Russia, who is it? You can speak Polish or English. English. English, yeah. You can translate. Ah, yes, у меня внук English. А по-русски говорите? Я только по-русски. А за рулем, если вас интересует, так он может быстро идет, он владеет там. He was the one of the prisoners. А если вас интересует? He doesn't speak Polish and he doesn't speak English, only Russian. But his son or так, 5? Не, 9 лет было, когда я прошел через этот ворот. He was 9 years old when he was sent to the camp. Вы переводите им? Спробую. На приезжали на фестиваль? Не фестиваль, только на папежа. Франчишек. Мусульмане? Я говорю, мусульмане православные? Не, да, католики. Они все католиками. Католики. А они с кендзи. Как вас зовут? On the thing here, you show that this. 149801. 149.80. 81. 140. Can't be removed. Well, you can remove it if you want to. Okay. But it's up to you. It's like a tattoo, yeah? Yes. Вот я им хочу сказать. If he wants to tell you. Это если можно. Я прибыл 9 сентября 1943 года. В это время в Освенциме был организован институт гигиены СС. Руководил им врач, палач Менгеле. Слышали о Менгеле? And no, it was run by Dr. Mengele. Oh yes, oh terrible man. Exactly. Это он проводил зверские операции над людьми, над детьми. Ну, пребывали до сентября 3-го года западноевропейские евреи, цыгане, поляки. Остальные попадали национальностями разными путями, но эшелонами. И первый эшелон в сентябре месяце пришел в Беларуси. Холодная. Нас везли 4 дня, не кормили, не поили, ничего, вылезли, трупы выносили. И эти собаки рвались на нас, ну, со страшной силой. Without food, without water, without anything, and Germans called them bandits and partisans. Когда приехали мы, Менглия со своей свитой пришел. И нас детей впереди, взрослые сзади стояли. Когда он начал детей испытывать, он был удивлен, поражен, что такие крепкие, сильные приехали. Вот заразить какой-то болезнью, дадут таблетку, на завтра, даже без таблетки, на завтра ребенок здоров. В общем, несмотря что кормили баландой этой, что, ну, были, и он не мог этому поверить, он сделал. И из 10 ребят, которые прибыли, вот, прибыло нас там, наверное, около 500, в общем, из 10 только выжил один. Жаден не пшарил, да? Погибло у меня. Две сестры здесь, брат, мать. И один родился, у сестры старшая была, все. Ребенок. Все погибли, один я выжил. Сава его... All of his family was sent to this camp. Сколько вас было? Было 5. И родился... 5 people. Родители, так? Не, приехало нас 5, так? А еще родился, сестра была в положении. Родители уродила? Да. 5 of them arrived to the Auschwitz. Yeah. His sister was born in Auschwitz, only, and he is only survivor. Oh. All of them were killed in this terrible. Мне
повезло, что мой уход появится в Африке, да? Да. One, two, three. Hitler hated art, you, and Luke. Amazing. Nice picture. Это, скажите, какого это государства? Зимбабве. Зимбабве. Родезия. Зимбабве. Спасибо. Thank you very much. It was Russianized to me, yeah? Yes. I will be very grateful. You've got my email. Послушайте, машина, конечно, недалеко стоит. У меня есть прокусить и выпить. Русской водкой я вас угощу. He wants to invite you for food. And Russian vodka. When? Now. Нам где-то там надо, где мы его пытались зайти, не пошли. Ну, теперь все становится понятно. И родился ребенок. И она родился мальчик или девочка, она не знает, схватили и унесли. И в общем, где я вам показывал баня, только. Да. Только было так. Послушайте, заходишь в кабину, сидят женщины и стригут волосы. В общем, где растут, стригут волосы. Женщинам всем. Волосы. А, машинка, чи-чи-чи-чи-чи. А, когда мы потолкнули, ай. Я говорю, я даю. Ага. Ага. Ну вот весь коридор вижу, все, по которым бегал. Все, да. Вот на эти, на эти. Вот так идя. Вы посмотрите, видите, вон каютка, верхняя, нижняя. Мы спали на этом. Тут же вот по сторонам нары. Вы посмотрите хорошо, вон видно и с одной стороны. Посмотри, нары, на нары спали. Это, запишите этих, кто тут запишет. Звать Захар меня. Ваше имя как звать?
вдвоем. Послушай, как имя ваше? Как вас звать? Тимодом. Иван, Петр, Дмитрий. Имя. Ну как вы к нему обращаетесь, зовете? Паспорт. Захар Захарович Тарасевич. 1934年. Вас как звать? Я не понимаю, я без очков не вижу. Ну вы ж по паспорту посмотрели. Меня Захар Захарович, Захар звать. А вас как звать? Паши. Опять вы не поняли. Одну минуту. Китай? Да, не может Китай, быть. Китай. Вы Китай? Китай. Китай мои. Чунго. Китай. Чайна. Чайна. Пекин. Ну теперь мне ясно, что китайцы. Москва, Пекин. Пекин. Москва, Пекин. Песня. Ну, дружили. Пекин. Поймите. Дороги. Все. В общем. Okay. Я был во Вьетнаме. Okay. Ну, в Китае не пришлось. Думаю, okay. Что попадет. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Счастливо. Ни. Бодром шенди. Take care of yourself. Bye. Ну вот здесь дорога, и каждое утро выстраивалась этот самый напель. Это утром 2 часа, вечером 2 часа. И надо видеть этих женщин, когда они больные, расслабленные. Вот им приходилось стоять, одеты они у эту самую, у форму русского солдата, колодки на ногах. Когда мы приехали, ну, естественно, выступили сюда на улицу, они пришли на пель, и вот они заполонили здесь площадку, громадную этих самых, ну, и все вот вышли с этих бараков, все. Окно это открывалось, это, ну, верно, сделали другое, но открывалось. И, ну, первое, как только приехали, мы всей семьей смотрели, вот они пришли, они смотрели на нас, и они подняли так руки все и просили, дай маленького ребенка подержать, Антонину, ей 1,5 годика. И мама не давала, они вот лезли прямо чуть ли не в окно, руки просили, чтобы хотя бы дотронуться до ребенка. А старшая сестра говорит, дай. И они сразу... Она как взяла этого ребенка, сразу передала второй, это там третий, он как-то пошел выше, и так вот на руках пошел по кругу, ребенок начал плакать, мы все начали плакать, он так обошел этих самых круг и вернули опять. Всем им хотелось дотронуться до ребенка, а через какой-то месяц эти женщины уничтожались, а поступали все новое. А здесь дорога была?
У маі 1943-го, пасля аперацыі супраць партызан, родная вёска Лясіны, 9-гадовага Захара Тарасевіча, была спалена. Бацька са старэйшым сынам далучыліся да партызан, а маці з дзецьмі былі адканваіраваны ў якасці заложнікаў у Лепель. У верасні 43-га іх перавезлі ў лагер смерці Аўшвіц-Біркенау. Аднагадовая Антаніна і 5-гадовы Уладзімір памерлі ў выніку медычных эксперыментаў. Захар вытрымаў доследы 3 месяцы, пасля чаго быў пераведзены ў працоўны лагер у Патуліцу, дзе ў яго бралі кроў для параненых нацыстаў. Пасля вайны Захар стаў інжынерам-энергетыкам. Прайшоў працоўны шлях ад майстра да начальніка механізаванай калёны. Цяпер Захар Захаравіч ачольвае гарадзенскую арганізацыю вязняў фашысцкіх канцлягераў.